Всем привет! С вами Сафронова Ольга, и у нас начался новый 15-й каталог. Наконец-то он у нас трехнедельный, не двухнедельный. Но, тем не менее, у нас очень много новинок, очень много есть, что вам предложить и о чем рассказать. Ну и сегодня я хотела бы именно рассказать о новинках. Первая новинка, о которой хотелось бы поговорить, вот она так выглядит. В натуральную величину. В этой серии есть коллаген трех размеров. Наномолекулы среднего размера и крупные. Если крупные коллаген в составе большинства кремов используется только как увлажняющее средство. Наши разработчики, наши ученые пошли дальше, где используется комплекс из молекул и наномолекул коллагена, а также в состав входит, естественно, наш Аквафтем. Такая синергия активных молекул способствует быстрому восстановлению кожи, упорядоченного межэпидермального соединения, обеспечивает мощный лифтинг-эффект. Молекулы живого коллагена образуют на поверхности кожи гидрокаркас, который препятствует потере влаги. А наномолекулы активизируют синтез собственного белка молодости. Этот кислородный комплекс ускоряет межклеточный метаболизм, повышает уровень кислорода в коже и обеспечивает доставку активных и питательных веществ в глубокие слои кожи. Вот такой вот замечательный комплекс у нас появился с коллагеном. Программа его очень простая. Сначала используется тонер, который насыщает кожу влагой, выравнивает ее тон, рельеф, обеспечивает упругость, снижает чувствительность к внешним раздражителям. Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве подготовки к дальнейшим этапам ухода. Следующий идет, конечно же, сыворотка-бустер, которая стимулирует синтез коллагена в коже, борется как с глубокими морщинами на лбу, в области носогубных складок, так и с гусиными лапками, обладает лифтинг-эффектом, улучшает контур лица, легкая текстура сыворотки быстро впитывается, подготавливая кожу к следующему этапу ухода, усиливает его эффект. Вот такая вот штучка замечательная. Потом днем идет, естественно, у нас дневной крем, легкий увлажняющий крем-флюид, который уплотняет кожу, делает ее более гладкой и сияющей, разглаживает морщины, невесомая тающая текстура не ощущается на коже практически. И ночной крем, это тоже увлажняющий, но уже питательный крем, который обеспечивает коже упругость, мягкость, делает ее более гладкой и подтянутой, уменьшает морщины, усиливает защитный барьер, крем легко впитывается, оставляя бархатистое ощущение. И чуть позже будет еще крем для век в этой же серии. Вот такая вот классная новиночка. Вы видите, ценовая политика, в принципе, очень даже доступная. Сыворотка 399 рублей, артикул ее 1380. И все остальные средства идут 299 рублей в ценах каталога. Артикул 1381, 1382 и 1393. Вот такие вот новиночки. Идем дальше. В серии ухода у нас появилась еще вот такая вот. Это у нас с наступлением зимы опять переоделась вербена. Мы видим любимые продукты наши, дневной, ночной крем и крем для век. По хорошей скидочке всего 139 рублей крем для век и 169 рублей дневной ночной крем. Замечательная серия, она уже очень хорошо себя зарекомендовала. 7 действий против возрастных изменений кожи, хороший уход предварительный, и тоника, молочко, и гель для умывания. Но теперь сиси-крем, кстати, очень хороший, и цена, в принципе, соответствующая, 239 рублей всего. Но знаю, что очень много клиентов у меня любят и хвалят этот именно крем. И эта серия как нельзя лучше будет ухаживать за вашей кожей в зимнее время. Продолжаем дальше, и мы переходим к вот такой замечательной серии «Макияж под знаком халяль».
заказала тоже попробовать вот такая вот такое питательное масло миндаля и черного тмина для кутикулы с очень удобной пипеточкой. Вот такое вот оно в объеме. Главный критерий косметики халяль – это тщательный анализ происхождения всех ингредиентов и способов его производства. Такие продукты не содержат спорных химических веществ, компонентов животного происхождения и этилового спирта. То есть халяль – синоним высоких стандартов качества. И у нас в этой серии как раз именно все звезды сошлись, настоящий халяль. Что мы видим в этой серии? Как я уже говорила, это питательное масло для кутикулы, это бальзам для губ с маслом черного тмина и вот такие вот карандашики, они 4 цветов, черный, зеленый, я себе вот такой вот зеленый заказала, довольно-таки яркие, и еще заказала розовый и сиреневый. Они упакованы, это у меня по заказу, не буду вскрывать, черкать. Основной ингредиент серии – масло черного тмина. Оно богато полезными микроэлементами и витаминами. Предупреждает появление воспалений, делает кожу упругой и гладкой, омолаживает, защищает кожу, активно применяется в восточной косметике уже более 3000 лет. Эта косметика дальше будет еще пополняться другими составляющими. Но пока у нас вот такие вот новиночки. Пробуем и радуемся. И снова мы говорим о коллагене. Только теперь он у нас для плотности волос. Вот такая вот серия с мультиколлагеном. Эта серия сейчас в составе 3 продуктов. Шампунь, бальзам и сыворотка такая замечательная. Шампунь-бальзам по 449 рублей, сыворотка 499 рублей. Но никакими деньгами не измерить пользу от этих замечательных средств. Во-первых, упаковочка какая красивая, стильная. Во-вторых, состав. Состав очень хороший. Что же у нас делает эта серия? Ну, во-первых, она делает тонкие волосы более плотными и прочными. Эта серия, в принципе, рассчитана на тонкие волосы. Придает объем, заполняет пустоты в поврежденной структуре и снижает пушистость и электризацию, если у кого-то волосы пушатся, электризуются. В состав входит мультимолекулярный коллаген, также 3-уровневый. Низкомолекулярный коллаген проникает в структуру волоса и восстанавливает ее. Среднемолекулярный коллаген запечатывает чешуйки волоса. А высокомолекулярный коллаген действует на поверхности, уплотняя и защищая волос. Так что с вот такой серией ваши волосы будут красивыми, шелковистыми, блестящими. Вот такая вот замечательная новиночка у нас с вами в этом каталоге в серии Salon Care. Еще хочу показать одну новиночку. Это вот такая вот сумка, как вы видите сейчас у девушки на картинке. Это у нас сумка кроссбоди, цвет марсала. Стоимость этой сумки 2099 рублей по цене каталога. Артикул 600-823. 620-823. Она, можно носить ее вот так, вот такого вот она размера. Но, в принципе, на картинке хорошо видно. Вот так вот открывается. Ее можно сделать шире, можно сделать уже. Здесь у нее заклепочки есть, вот, и она будет узенькой такой, удобной. Здесь есть ручка через плечо, карманчики для телефона, еще один карманчик для чего-нибудь. Ну, в принципе, она такая обычная женская сумочка, кошелек, телефон, зеркалка и помада. Ничего лишнего. Ну и пакетик для чего-нибудь большого. Такая вот тоненькая ручка удобная. В принципе, кто не любит большие сумки, это очень даже классный вариант. Кто любит побольше, можно рассмотреть другие варианты. Это женская сумка Tote и женская сумка Flap.
У них уже цена 2,499, артикул 600-821 и 600-823. И еще одна женская сумка Тоут, черная вот такая, тоже 2,499, которую можно распрямить, и она будет большой, можно свернуть и вот так вот под мышкой носить. Но это вот для тех, кто любит такие большие сумки. Еще хочу обратить ваше внимание на одежду, которая у нас уже второй каталог. Это наши футболочки очень хорошие. Есть футболочки вот такого вот прилегающего силуэта. 999 рублей цена каталога. Очень приятные расцветки такие интересные. Я, правда, заказала молочную, но у меня все еще идет. Ну, должна вот-вот уже прийти. Есть вот такие вот футболочки прямого покроя, классика жанра, обычные, ну, тоже очень удобные, очень хорошее качество. 1099 рублей стоят, но они зато не скатываются, не садятся, ничего им не делается, не меняют цвета. Очень люблю наши футболки, в принципе, у меня вся семья ходит в таких футболках. Это тоже, кстати, Фаберлик, только с предыдущих коллекций. Люблю нашу одежду, обожаю просто. Конечно, водолазочки. Водолазочки гладкие, водолазочки рифленые. Тоже очень много всяких разных расцветок на любой вкус и цвет. Хотите рифленую, хотите гладкую. И лонгсливы мне нравятся тоже. Есть лонгсливы с вот таким вот вырезом, вот с таким вырезом под горлышко. А есть лонгсливы с вот таким вот вырезом. А есть лонгсливы с вот таким вот вырезом. Вот мне даже вот с таким нравится прям больше. Так женственно очень выглядит. Ну и, конечно, осень – это пора носочков. У нас они тоже в огромном ассортименте. Есть вот такие вот шерстяные, самых дорогих начну. Вот так вот они упакованы. Вот вы видите на экране, сколько разных оттеночков. Они такие толстенькие, очень удобные, очень-очень такие плотненькие и приятные на ощупь. Они как с ангоровым, наверное, мехом. Я сейчас даже посмотрю состав. Шерсть кролика, полиамид. 38% шерсти кролика, 32% полиамид, 8% полиэстер, 20% акрил, 2% эластан. Вот такой вот интересный состав. Цветов 7 разных цветов, но очень приятные, классные носочки. Зимой в таких носочках вашим ножкам будет очень тепло и уютно. Есть еще вот такие вот носочки. Это бамбуковые. Здесь состав 68% бамбук, 29% полиэстер, 3% эластан. Эти потоньше, кто не любит тоненькие, они тоже разных цветов. Удобная такая резиночка, которая не жмет, не давит. Ну, очень тоже под кроссовочки классно. Это бамбуковые. И еще вот такие вот носочки есть, женские и мужские. Вот так вот прям серьезно упакованы. Вот такие вот еще я взяла мужские, синие и черные. Это что-то среднее между тем и тем. И ценовая политика тоже у них средняя. Вот такие вот черные и темно-синие мужские. Есть женские других расцветок. Вот в такой вот интересной упаковочке. Здесь состав 68% хлопок, 29% полиэстер, 3% эластан. В общем, носочки, колготочки, как всегда, у нас в очень широком ассортименте. На любой вкус, цвет и кошелек. Какой вам хочется. Хотите тоненькие, хотите толстенькие, хотите... Какие хотите. Главное, чтобы ножки были в тепле и в уюте. Сейчас у нас только первый день начался каталог 15-й, но я уже заглянула в 16-й. Он у нас уже идет предновогодний. Там какая красота, чего там только нет.
Классно работать в такой компании, где заботятся о своих клиентах постоянно, несмотря на ситуации всякие разные, непростые. Нам постоянно какие-то новиночки дают, очень хорошую, качественную продукцию, чтобы мы могли не только пользоваться сами, но еще и предлагать другим людям. Поэтому, девочки, не жадничаем, рассказываем, предлагаем. Кто еще не зарегистрировался, кто еще не с нами в компании, тем более сейчас вот такой шикарный подарок, гидрогелевые патчи вокруг глаз на выбор. Предлагайте вашим знакомым и не совсем знакомым такую классную продукцию. И еще раз повторю, что в нашей компании не только приятно пользоваться продукцией, но и здорово работать. Всем добра, с вами была Сафронова Ольга. До новых встреч!